Золотой пояс Урала. В Златоусте разрабатывается стратегия развития туризма 2020. Презентацию проекта Центр туризма вынес на общее обсуждение. Его участники – управление культуры, спорта, архитектуры и частного бизнеса. Какие достопримечательности наиболее интересны в Златоусте, как провести отдых активно, какие впечатления увезут с собой гости города? Это те вопросы, которые строят основу стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Златоустовский городской округ. Главное, чтобы Златоуст он был действительно интересен как центр туризма в наших условиях, чтобы в Златоуст приезжали гости, чтобы наши дети знали в рамках программы «Я Златоуст. История своего родного города». И в этом отношении это хороший эффект для развития и биатлонное стрельбище вот, готовы строить, там гора Уренгана, вот, интересно, этнопарк, Таганай, много чего. Все это лежит под ногами, и если уж по-честному сказать, в Европе, в других муниципальных образованиях этим очень хорошо и эффективно пользуются. Централизованное развитие туризма – это дополнительный источник увеличения бюджета города, новые рабочие места и комфортное проживание жителей Златоуста в родном городе. К этой работе сегодня готовы подключиться и многие предприниматели города. В целом дело очень хорошее. Дело требует работы, уточнения, продвижения и нужны деньги для того, чтобы сделать дороги, чтобы обустроить историческую часть города. Задача рабочей группы – найти единое мнение в разработке туристических навигаций, развитии удобной инфраструктуры и благоустройства города, как будущего центра большой региональной программы «Золотое кольцо Южного Урала». В начале декабря стратегия будет представлена губернатору области. В случае утверждения Златоуст получит финансирование проекта.